Доброе место, уважаемые подписчики, если канал, с вами Мегакол. Мы продолжаем проходить The Witcher, I saw the White Wolf, и мы с вами остановились. Конечно, не там, где я нахожусь сейчас. Я немножко поздавал задание, то есть у меня тут некоторые задания здесь выполнены, то есть я просто их сдал, но есть один, конечно, моментик. Короче, сработал скрипт один, и Реймонд вернулся, в общем, вот. И от того, что он вернулся, он мне выдал информацию, что якобы нашего подозреваемого товарища, который мы были, ну, которого мы в лечебнице нашли, да, того типа Саламандра, его, короче, перевозили и убили. И для того, чтобы нам узнать вообще, что с ним произошло, нам нужно прямо сейчас обратиться к Шане, чтобы она, ну, типа, провела вскрытие, и, ну, мы что-нибудь о нем новое узнали. Там кто, потому что, скорее всего, его кто-то убил, конечно. Также я разобрался с Леувардоном, я выкупил у него камень, вот, да, теперь у меня есть тиферет. Ну, мне надо еще 3 камня в любом случае, поэтому будем сейчас как-то все это делать. Вот, ну и также я еще выяснил, что он продает эти самые, господи. Я выяснил, что он продает эти значки Саламандр, то есть это он как-то связан с Саламандрами, правда, ну, из-за этого он мне не пропал ниоткуда. Вот. То есть у нас как бы улик особо нету, но мы знаем, что он как-то с этим делом связан. Вот. Ну и также я, конечно, жду, когда Зигфрида уже отпустят от наказания, потому что я хочу сдать ему языки плаунов, мне-то они нафиг сдались, да? А, ну для того, чтобы мне теперь доказать Леувардену, что, типа, я тоже охочусь за саламандрами, мне нужно принести ему 3 значка. Так, Шани. Только быстрее, мне нужно работать. У меня просьба. Нужно сделать вскрытие. Что? Это же противозаконно. Это необходимо. Когда мы сможем поговорить? Приходи ко мне вечером. До встречи. Вечером, да? Хорошо, это же будет проблема, кстати. О, господи, мне что, денег надо? У меня, кстати, денег нету, у меня 3, это, арена. Это веселый моментик такой. Потому что на все про все я очень много денег отдал. Например, Реймонду мне пришлось отдавать 200 за информацию, потому что типа за услуги. Так, ну, делать нам особо нечего. Тут типа Сефирот еще надо искать, но я не знаю, где их еще искать пока что. Я не могу, подожди, ну, стоп. Показать на карте? Ну-ка, давай. Мне интересно. Не, есть смысл, наверное, типа вот так вот бочки там что-то забирать, но не хочу я это делать. Может быть, задание мне знает, где находятся еще эти камни. А у меня же вообще получается так, что если... Что у меня задание с подозреваемыми это дополнительное, да, если я не ошибаюсь? А с камнями основное. По-моему, да. Интересно. Так, куда мне идет эта хрень? А, ну понятно, вот к паромщик. Ну, ладно. Допустим. Просто вполне... А что вот именно в этом задании? Какая формулировка? Дополнительная информация. 70... О, не знаю. Просто мне кажется, что есть вероятность того, что я сейчас просто туда приплыву, да, скажем. А, я не смогу, забей. Забей. У меня 3 арены, надо 5 на перевозку. Ладно, тогда идем. Я и комнату снять не смогу. Что делать? А, к Реймонду точно. Потому что мне нужны деньги хоть какие-то. Так что забей пока. Возможно, хочет... Не, ну, задание с камнями, ну, я имею в виду, с обелисками, чтобы, типа, туда их вставить, оно вроде, ну, насколько я знаю, во всяком случае, оно другое, оно немного в другом виде. Я думал, как можно еще заработать деньги, и пришел к выводу, что на самом деле единственный способ хоть как-то еще заработать деньги — это игра в кости. Но мне сейчас даже ставить нечего, понимаете? То есть вся проблема в том, что у меня сейчас тупо нету денег вообще. У меня даже продать нечего. Почему амулет так орёт? Амулет? Амулет.
Ну, как будто сосед, нет? А, вечер. Надо будет потом как-нибудь ночью, наверное, побегать по городу, потому что ассасины-саламандры обычно меня ночью пытаются убить, если не ошибаюсь. Туда иду. Да? Я с них смогу, например, собрать эти. Почему ты зеленый? Здравствуйте, добрый господин. Приветствую, кто ты? Чищу обувь. К вашим услугам. Если нужно стереть эту гадость с сапог, всего 2 арена. Нет, спасибо. Интересный способ просрать 2 арену. Мне нравится. Оригинально. А где Зигфрид-то, я понять не могу. Золотан тут ходит. Вот, что я не могу реально понять, где сейчас... Точнее, что сейчас охраняет Зигфрид. Потому что... странновато. Потому что... Может быть, он вообще где-то не здесь, потому что... А, видимо, я не могу за этим узнать, потому что он пока что вообще даже, наверное, не в городе где-нибудь. Так, теперь вопрос. Мне надо опять будет этой твари платить или нет? Чтобы она меня пустила. Походу, надо будет. О, привет. А, нет, один раз хватило, да? Поднимайся наверх. Не, один раз хватило. Ну все, твою мать, пошла отсюда. Женщина. Да? Да. Привет, Шани. Я хочу с тобой поговорить. Ты хочешь поговорить? Конечно, в чем дело? Иногда мне снится битва при Бренне. Резня. Наша палатка, кровь, крики. Одно и то же. И каждый раз иначе. Ужасно. И знаешь, что хуже всего? Я просыпаюсь отдохнувшей, и меня все это не беспокоит. Кажется, я привыкла к страданиям, как будто что-то внутри сломалось, понимаешь? Понимаю. Спасибо, Геральт. Хорошо иногда поделиться с кем-нибудь своими мыслями. Не стоит благодарности. Ну вот почему выкидывает из диалога? Почему выкидывает из диалога? Да. У меня есть проблема. Да? Я хочу, чтобы ты помогла мне со вскрытием. Вскрытие? Когда это ты стал заниматься вскрытиями? С ну тех надо. Пор, как занялся саламандрами. Мне надо узнать, как он умер. Ладно, только помни, я не коронер. Тебе придется интерпретировать все, что мы найдем. Чем лучше подготовишься, тем больше узнаешь. Встретимся вечером. А ты пока осмотрись и собери информацию. Да, я посмотрю, что к чему. Конкретно о чем? Тело у могильщика. Удачи тебе в поисках улик. Встретимся в лечебнице вечером. Есть мысли, как раздобыть информацию, которая нам пригодится при вскрытии? Спроси Винсента Мейса. Может, он расскажет тебе, что интересное. Но лучше всего, конечно, книги. Найди книги по анатомии и патологоанатомии. До встречи. Найди, это означает купи, короче. Ну ладно. Давайте поговорим с людьми. Это, наверное, сейчас для меня самый вообще способ. Мне продавать нечего, мне в кости выигрывать нечего, не на чем начинать. Так, куда меня сейчас поведет? На Новоизимское кладбище? Устраивает. Более чем устраивает. Только как туда пройти-то? Я туда пошел немного. Не в ту сторону. Так. А вот здесь обходим, я золото натолкнул, надеюсь, он не в обиде. И вот так вот, так, нет, направо. Ну, тупо прямо, короче. А сюда, кстати говоря, еще... Оу, Зигфрид! Геральт, я хотел спросить тебя, не хочешь ли ты вступить в орден? Я пришел... То есть я могу, да, все-таки задание ему сдать? Я так и знал, что тебя это заинтересует. У тебя есть доказательства, что ты убил 10 плавунов? Да, вот их языки. Погоди, мне нужно это записать. 10 плавунов. Отлично. Вот твое золото. Дай хотя бы 200, пожалуйста. Хотя бы 200, ну. 150, ты издеваешься.
Ну как можно быть такой мразью? Я же попросил. Хотя бы 200. 150 это мало. Мне просто явно пора перестать немного. Денег уже столько отдавать, серьезно. Слушай, у меня такое ощущение, что с этим орденом может быть какой-то очень большой квест, который я бы выполнил. А, так это целый... За этими так. Воротами меня ждут мертвые и восставшие из мертвых. В смысле? Это как бы клад... А, на кладбище будут сейчас... Не понял. Цеметавр. И чё? Моментик, чё-то недопонял я. Алло. Только ночью? Так ночью. Ну, вечер. Но ночь же. Ладно, попозже приду. Здесь идея, на самом деле, реально поиграть в кости. Сила, что внутри нас. Нет. Бесполезное здание. Тогда пойдем, короче, играть в кости. Я надеюсь, что я ничего не проиграю, а наоборот выиграю, потому что мне это нужно. Просто единственный реально способ мне сейчас заработать деньги, это как-то вот... А, и сейчас, наверное, не с кем будет играть, да? Я идиот! Клочные бои! Точно! Точно! Вот я идиот! Там этот игрок еще сидит? Нет, он уже ушел, да? Он уже ушел. Я же могу просто с кем-то подраться. Жрак, мы деремся за деньги. Давай. Десятка, ну давай. Десятка это, короче, это максимальное просто то, что он возьмет, поэтому. Посмотрим. Давай. Типа так я выиграю 20, да, получается? Ну нормально. Мне пойдет. Как баба. Я заметил. Он не попадает или это я такой молодец? Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. И последний удар сейчас остался. Бам. Одна анимация, да, здесь на все, я так понимаю. Бам. Просто будет 20 аренов тогда. Да, профит у меня. Твоя взяла, чужак. Забирай свои деньги и оставь меня в покое. Кому бы тут заехать как следует? А, ну да, типа я... А, я даже просто 10 выигрываю. Самый... А, сильный кулачный вес. Хочется врезать кому-нибудь. Просто кулачный. Может, ты что-то хочешь? Драку, чужак. Побольше. Мы деремся за деньги. Давай 20 хотя бы, ну... О, двадцарик, отлично. Заработаю на этом. Посмотрим. Я бы, конечно, побольше ставил, но все равно. Идите сюда, товарищи. Я не думаю, что там сильные как-то отличаются от слабых. Ну, на самом деле, типа, какая разница? Вот я его еще просто беру, я его убираю. Я думал, два удара смогу сделать. Но два удара никому не проходит вообще. Один удар и блок. Один удар и блок. Удар. Не ударил. Последний удар. То есть я сейчас выиграл 20, да? Я бы поставил 50, они просто не хотят больше, понимаете? Потом поговорим, ну, вот правильно. Сильный кулачный боец. Ну и бесите. Кому бы тут заехать как следует? Давай еще раз с тобой, потом поговорим. Страсть, как хоть... Потом поговорим. Не сейчас, беленький. Позже. Ты издеваетесь. Так, Конрад это придурок, я, по-моему, тоже это не записал, ну ладно. Ты какие-то ставки делает. Черт! Вот на что он делает эти ставки? Может, тоже что-нибудь поставлю сейчас? А что это за ставки?
Местные развлекаются. Двое парней дерутся, а мы ставим на победителя. И что эти психи с того получают? Деньги, конечно. Зрители выигрывают, веселятся, а парни пар выпускают. А если что-то пойдет не так, собачкам будет что покушать. Все в прибытке. Ну, я бы, конечно... Вот, блин, вот у вас есть такие турниры? Я бы, на самом деле, подрался за деньги. А чё, почему бы и нет? Да? Правильно? Вы там еще не отдохнули? А эти уже дерутся, типа, да? Потом поговорим. Я не понимаю, почему они хотят со мной драться. Не, ну точнее, понимаю очень даже хорошо. Но все равно. Че это вы не хотите со мной драться? Я, может быть... Да, господи. Я, может быть, ослабел. Вряд ли, но... Все же. Так, вот этот игрок, который здесь в таверне тусит, когда... Тут просто, если я не ошибаюсь, стоит... Кармен, да, по-моему, какая-то, которая играет в кости. Ну, типа, на ней можно навариться. Потому что тот игрок, который сидит в этом самом... В этой таверне по... Ну, в днем, точнее. Он... Ну, у него там просто очень сильно подкручено вот это везение, то есть, поэтому ему очень хорошие обычно выпадают кости, поэтому... А мне вообще никакие не выпадают, поэтому... в этом случае я не очень хочу с ним играть. Мне было таких каких-нибудь слабеньких, потому что профит там 100-200, это тоже хорошо. Почему заперто-то? Как попасть туда? Ну, сейчас ночь, я типа должен войти. Хорошо, в чем проблема? Поговорить с людьми, почитать книжки. Я не знаю, что делать, серьезно. Может, мне днем, наоборот, надо прийти туда? Что это? С орденом мне точно нечего делать. Ступать я к ним точно не буду. А что ты... Караульная будка, да? Думаю, что он охраняет. Гениально, кстати, вот эта конструкция. Хорошо, давайте я днем туда приду. Утром. А, и как раз можно будет вот с этой Кармен, да, поиграть. Хорошо. А сейчас вы не хотите со мной подраться, товарищ? Хотят. Хочешь в драку, чужак? Мы деремся за деньги. Давай. Сколько еще? Давай попробую 30 поставить. Не пойдет. Ты бесишь. Страсть, так, как ты? Да бесите, ну. Так, короче, тушка. Мне комнату. Твою мать, мисклик. Мне комнату, я до дня, до рассвета. И все. И все. Понимаете? Не, в принципе, я могу так фармить деньги, знаете, типа. Идти драться с двумя, допустим, где-нибудь за 20-30. Вот игрок сидит, но я с ним не буду. За 20-30, да, скажем, где-нибудь. Драться, короче, потом идти на медитацию, подождать день и опять идти, типа, с ним драться. Это прям вот легкий фарм. Так, вот ты, по-моему, играешь. Хочешь немного расслабиться, красавчик? Только немного. Но это уже от тебя зависит. Я открыта для предложений. Я хочу сыграть в кости. Хорошо, начнем с разговора. Но я рассчитываю на большее. А я на кости. О любви мы знаем немного. Любовь, что груша. Она сладкая и имеет определенную форму. Но попробуйте дать определение формы груши. Покажи мне форму. Не так быстро. Мы я, по-моему, что-то не то, да, сейчас сделаю? Соседи. Есть работа для ведьмака? Да, есть парни, которые создают проблемы. О, девочкам. Интересное задание. Разберись с ними, и мы тебя наградим. Щедро. Хорошо. Я посмотрю, что я могу сделать. У меня любая работа, любые деньги. Парней.
Я знаю три места, куда они часто заходят по ночам. Отметь по ночам. Вы знаете тайминги вообще? Просто. Рада тебя видеть. Чё он за днём здесь стоит? С кем можно было в кости поиграть? А мне туда только ночью, да? Просто... Может быть, сейчас тоже можно, я не знаю. Ну, только ночью, да. Угу. Ой, я вот не знаю, даже идти, что ли, опять ждать. Но это какой-то просто... А, нет, стоп, пошел он нафиг. Я пошел на кладбище, попробую пройти. Вполне вероятно, что туда днем можно зайти. Либо меня все-таки игра наталкивает, ну, типа, иди и книжки читай. Мне вообще надо просто поговорить с могильщиком. Вот о чем я сейчас подумал. Да. О, клиент, что желаете? Сосна, дуб? Или, может быть, небольшой красивый курган? Целый склеп? Прикинем на глаз. Локтей 5 шириной. Мне не нужен гроб. У меня нет семьи, и я не планирую умирать в обозримом будущем. Ну, можно и так. Но, может, мы все-таки устроим небольшое дельце? Дельце. Какое дельце? Скажем, партнерство. У тебя такой здоровый меч со спиной. Ты же им наверняка головы рубишь. Все просто. Как только ты отправляешь в путь новую душу, ты сообщаешь мне. Я организую... Что? Гроб, а ты получаешь свою часть золота. Серьезно? Не валяй дурака, мне нужно другое. Что? Чего вам надо? Для тебя кое-что есть. Так. Ты много знаешь о смертях в этом городе. Поможешь с расследованием? Иногда я сообщаю Реймонду о наиболее интересных мертвецах. Он говорит, что это помогает. Может быть, ты и мне расскажешь? Ни под каким видом. Я обещал хранить молчание. Понятно. Что? Чего вам надо? А! Я пришел по объявлению. Подожди, а какое у нее объявление? Я так понял, что тебе нужны 6 кусков. А, забей. Прежде всего... Забей, мне их нету. Недавно умер заключенный. Он уже на кладбище? Не знаю об этом. Но я могу дать тебе другой труп. Все они пахнут одинаково. Мне нужен тот конкретный труп. Спасибо. Вот как? Конкретный? Приходи, когда узнаешь, чего ты хочешь на самом деле. Осмотр останков — это искусство. Обычная на первый взгляд смерть может удивить тебя. Всегда полезно заглянуть поглубже. Но кого это интересует? Ты мог бы отдать мне тело заключенного для вскрытия? За бутылку хорошего краснолюдского пойла. По-моему, я его выпил. Ну, там надо было для задания. Да, я его выпил. Ну, я ему принесу. Я думаю, это небольшая проблема. Короче, это не проблема. Это не проблема. На самом деле, я знаю, где его достать. Ну, в принципе, это самое, наверное, логичное место. Это в трактире. Просто я для того, чтобы узнать про то, что... Серьезно? Про то, что... Лиу Варден, короче, продает эти значки Саламандр. Для того, чтобы мне узнать это, мне пришлось... короче, бухнуться одним чуваком, который работает на него. Не надо, вот даже не думайте мне вот сейчас вот на инстант это делать.
И, в общем-то, я потратил все, весь алкоголь, который у меня был, потому что это было немного запутанно. Ну, первый раз я это делал, было сложновато. Вот, и когда я закончил, все, что у меня осталось, я продал. Поэтому вот. Краснолюдская, да? Это важно вообще? Не, я, конечно, вот не знаю. Чтобы... Мне нужно краснолюдское что-то. Вот не надо, серьезно. Я не шучу. Не надо. Мне надо какое? Что там вообще? Я должен принести магичку, бутылку водки. Похер какую? А, я так понимаю, что да, сбилось. Что? Почему сбилось? Так. Водку, да? Давай самогон, не знаю, давай. Одну штуку я куплю, а то он охерел. Давайте с этим пробуем сыграть. Я не знаю, я... Я не хочу с ним играть, потому что он реально дикий, но... Давай, разок, попробую я. С четырех начну. Может быть, мне как-то поможет какое-то везение. Судя по тому, что мне выпало, нет. У меня пара просто. Что у него? У него тоже пара. Я буду перекидывать, понятное дело. Давай, мне нужна двойка или... А ему сейчас что-нибудь выпадет, смотрите. Вот 100% ему сейчас что-нибудь хорошее попадется. Одна улетела вообще, насчитается, нет? Я же говорил, да? Стоп. Логика зашкаливает, ну ладно. Две, нет, одна пара. Ну, у него две пары. А, у него одна тоже пара, да? Я чуть не замечаю, на самом деле, что у него упадает. Какой-то я слепой немного. Давай, хотя... Давай я одну оставлю, вот четверку. Так у меня будет больше шансов. Хотя я там про шансы что-то говорить. Четверку. Тройка. О, ну, неплохо, кстати. У меня тогда три, это что? Смотря, что такое три. А у него... А я тут выиграл. А тут я выиграл. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все одинаковые, давай. Два, о, одна пара. На, просто пара. У него пара тоже просто. Я подниму, вот это зря я это сейчас сделал. Так, пара вот эта, да, давай. Не, вот я, наверное, эти две переброшу, потому что если выпадет еще какая-нибудь шестерка, будет очень классно. Один или шесть, один или шесть, один или шесть. Четыре, два, бесполезно абсолютно. Скотина! Все, он выиграл. Ну, вот поэтому я и не собираюсь играть с ним, потому что это заскриптованное тело, которое абсолютно просто... У него выиграть не то, чтобы нельзя, просто у него процент везения слишком сильно подкручен. Вот и все. Просто фактически-то эта игра не на скилл. Это игра на везение, то есть что тебе вот выпадает, вот с тем ты играешь. Ну и вот поскольку я не самый везущий человек на земле, то нахер оно нужно? Просто других способов, вот именно хороших способов, нету. Есть кулачные бои, которые, ну блин, я мало реально за них получаю. Типа я больше получу за, ну, за Костя. Давайте тогда разберемся с могильщиком уже. Что? Я принес тебе вот, вот это. Это оно? Шутишь? Ну ты издеваешься. Я не понимаю, он хочет Подожди. Он хочет водки. Я принес ему водки. Стоп, а я купил... Лимонная водка. Я так понимаю, мне нужна именно все-таки краснолюдская. Но это бзик уже какой-то. Жиренько. Давайте, кстати, сохраняться, наверное, потому что игра все-таки, как мы и узнали из предыдущей серии, вылетает.
Ой, ну, кстати говоря, несмотря на то, что я не играл в игру неделю, ну, где-то примерно неделю, я достаточно неплохо все это помню. Просто мы ж сколько получается? Я проходил Quantum Break, но Quantum Break я проходил 3 дня. Вот, и я еще... А, ну, короче, да, получается, что 3 дня я проходил Quantum Break, потом 3 дня я отдыхал от всего этого, потому что Quantum Break было, в принципе, сложно. Ну, просто было много чего, и там надо было очень долго играть, меня это немного выматывало. Что? Ты сейчас заберешь у меня вот это, несмотря на то, что оно... Ну, давай смотреть. Это Риви, это Каэдвен, это Тимерия, это яблочный сок. Молоко, розовое. Я куплю одну такую. Это местные. Но это тимерская. Это Нильфгаардская, это саудовский самогон. А это что? Ценителями. Ну, 20-арик стоит, а я возвращаться не хочу. Просто вот это, что я купил? Вот это, да? Это медовуха. Понимаете? Ну, подожди, стоп. Он сказал краснолюдов, да? Давай. Проверка. Что-то сейчас ему не понравится, а в этом я уверен. Поэтому... Не знаю. Мне бы еще где-то найти саламандр. Тоже важная часть. Мне в принципе... А, нет, это не главное, да? Ну, Лео Варден не относится к саламандрам, ну, то есть он как бы с ними абсолютно никак не контактирует. Единственное, какое он имеет к ним отношение, это то, что он торгует их значками, но он, в принципе, против них. Поэтому, как бы, в нем проблемы я не вижу. Но мне надо доказать ему, чтобы он мне поверил. Что? Ой, ты запарил, вот алкоголь краснолюдский, да. Что? Но это не водка, это медовуха. Хорошие выпивки. Это же не водка. Вернемся к делу. По поводу заключенного. Куда кинуть тело? Мне. Учебницу. Будет там к вечеру. Прощай. Ну вот, к вечеру мы, наверное, с вами увидимся, потому что в следующей серии мы с вами все будем это делать. У меня не только какое-то задание к вечеру. Сейчас мы пойдем в таверну, там, короче, ну, до ночи. Разберемся с заданиями, которые мне попросила Кармен, и пойдем еще что? И пойдем тело вскрывать, как бы тупо это ни звучало. Но в любом случае, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь, а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч!